Киновский способ завязывать мартинсы, часть вторая, чек. Для начала вставили шнурок, один из шнурков продернули вот таким образом. Второй шнурок продергиваем по диагонали. Дальше идем как на видео. Будьте осторожны, за такой способ шнуровки могут спросить. Также предъявят за цвет шнурков. И у нас получается вот такая змейка, смотрим результат, то что мартинс прописал.